Всем привет, мы продолжаем сегодня. Так, все работает. Все работает. Кстати, сегодня все прям работает у ВК хорошо. Без. Даже запустилось с первого раза стрим, без всяких этих картинок. Я надеюсь, все будет тоже окей. И падать. Ну, то есть зависать, вот этих всех зависаний не будет, как в прошлый раз. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Нужны лайки. Да, остались только лайки. Я это скидывал в телегу. Да. Как можно больше лайков нужно на трансляцию. Прям много-много-много надо. Большое спасибо всем, кто ставил эти на ночь там, да, Настя, Киара. Огромное спасибо. Я не все ники узнал, кто ставил, но в любом случае спасибо. Всем-всем-всем, кто был. Это точно помогло, потому что... Кстати, сколько получается? Два предыдущих стрима вообще в этом рейтинге не засчитывались. Я не понял, с хрена ли. Да, но я скидывал, опять же, в Telegram рейтинг. Вот. Не рейтинг, а это статистику. И там только один день стрима, то есть вот эта ночь, которая стояла. И то этой ночью я его еще перезапускал с утром. То есть это еще два стрима было, а... А оказывается то, что нет. То, что он всего один засчитал. Пес его знает. Это реально стрим, это реально я. Я с вами в прямом эфире. Мы с вами не будем долго тянуть кота. И пойдем. Короче, продолжаем мы. В принципе, недалеко мы ушли от церкви. Только-только мы заполучили, вытащили Эшли. Копим два мульта. Ни на что не тратим. А, кстати, да, надо продать вот это вот говно. Арбалетное. Привет. Итак, а то место занимает. Чем я могу тебе помочь? Драгоценности так. Не пригодятся тебе в гробу. Где они? Вот стрелы. Я не знаю, я еще не слышал ни одного положительного отзыва про этот долбанный арбалет. Может быть, кто-то его, и понял, что это. Но я не разобрался в нем, честно. Всего прикола от него я не увидел. Кстати, у нас куплены биосенсорные прицелы, они еще с прошлого прохождения остались, поэтому прекрасно. Нам за это вообще париться не надо. Это мы, значит, продаем. Спасибо. Чем приходи в любое время. У нас, в принципе, в хранилище есть все, что нужно для игры. Нам не нужно покупать оружие. У нас есть и снайпа, которая в будущем нам пригодится. Кстати, а кейс у нас максимальный или нет? Очень похоже на то. Жалко, грены нельзя убирать сюда. Очень жалко. И, лупару-то понятно можно, но я ее хрен... Почему вот мне приелась лупару? Головолом он называется. Головолом. Но он не улучшенный Страж 9, да? Дайте я у торговца гляну. Если он полностью улучшенный, я с ним буду ходить. Привет. Мне не нравится этот пистолет. Ну да, да. А я уже смотрел, наверное, да, на прошлом стриме? Я уже на прошлом стриме смотрел. Так, секундочку, извиняюсь. Пока что рассказывайте, как у вас вообще дела. Мои дела подпортило то, что в телегу... я выложил в телегу, что я увидел тапочки. Я увидел омерзительные тапочки меховые. Это же фу, блин. Понимаете, о чем я такие? Сейчас мода пошла, не знаю, года два, наверное, на эту историю. То, что меховые омерзительные тапочки... женские. Я не знаю, откуда эта цыганщина пошла, но это выглядит ужасно максимально. Может быть, во второй части и пригодился бы арбалет, но тут нет. Курсач под мой стрим — это сильно. Курсач под мой стрим — я бы не сумел. Я вообще на днях задумался о том, то, что, как много я забыл со времен учебы. То, что не используется, да, вообще. И оттуда, кстати, пришло, тоже, да, не скидывается, оттуда пришло понимание того, что как многому лишнему нас учат.
Так, с бешеной собакой. Устранить серьезную опасность, зона особняк деревенского старосты. Это нам куда надо пойти-то? Точка эвакуации, это понятно. Опа, я там светошумовую забыл, а тут проход закрыт. Ладно, пойдем. У нас, в принципе, пока что только одна дорога. Эй, давай отдохнем. Ты что, с ума сошла? Но надо идти. Ясно. И траву там профукали. Ну, сейчас облутаемся. Жалко, сюда, наверное, уже не сможем попасть. Хотя... Не, это самое начало игры же, да? Вот это вот. А фиг знает, сейчас посмотрим. Не, вот беда в том, то, что я очень хорошо знал алгебру в школе. Вот честно, прям алгебру до 9 класса на отлично, отлично сдавал экзамены. Тогда не было ОГЭ, тогда были просто обычные экзамены. Про погоду Ханиган не врала. Но я прям, секундочку, извиняюсь. Что такое, что такое? Что-то с электричеством, как с показанием счетчиков, какие-то заморочки у меня начались. Чисто бытовуха. Я не знаю, зачем мне это сейчас скинули, ну, ну да ладно. Вот прямо сейчас это прям горело, да, мне скинуть? Короче, поверка счетчиков нужна. Ку-ку! Так, игра не слишком... Ой-о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 й! Грены есть обычные, классические? Давай, бери. А, они и так на четверку были, лови. Ты хоть предупреждай меня. Да о чем тебя предупреждать? Ты не видишь, я грену кидаю. Так, ляг. Хорош. Бей, 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 бей. Берегись. Что? Кто? Вы что ж такое делаете? Вы что делаете? Вы что делаете? Чуть не убили. Что вы делаете? Съешь. Да что ж ты делаешь? Что ж ты творишь-то, ирод сраный? Козлина ты вонючая. Ешь. Эшли лежит. Даже по Эшли попали. Что же вы делаете-то, а? Ты чё встал-то, а? Ты чё встал? Капец, он жесткий. На хардкоре все-таки же. Так, кстати, кстати, я стрим не переименовал. Так, так, как. А, вот оно название, все. Чтоб никто не думал, что это, ну, запись. Вот так вот. А вы молчите, что я не переименовал стрим. А я и не помнил, если честно. Оп, блин, и чат закрыл. На одном компе, короче, это все сильно, ну, ну не сильно, но неудобнее, конечно, вести стримы. Чё тут греха таить? На двух компах все проще. Вот, короче, хорошо и алгебру знал, а потом нафиг сейчас, сейчас ничего не вспомню. Потом, конечно, учителя сильно в 10-11 классе испортились, и я про все нафиг забыл, потому что, ну, потому что мне было не до учебы. А сейчас вот если начать вспоминать, то мы тут пытались вспомнить все падежи. Честно, не вспомнили. Вот мы с женой вообще ничего. А, то есть не то, что ничего. Там именительный, дательный, родительный, творительный, предложенный. И какой еще? Слышь ты, папахадло, блин. Стреляй, Леон, стреляй, папахадло, охренел совсем. То есть то, чем ты не пользуешься в реальной жизни, а падежами мы, ну, мы не повторяем их в реальной жизни постоянно, то и забывается. Нафиг, напрочь, полностью. Ну, конечно, с другой стороны, мне не мешает это писать более-менее без ошибок.
Это, кстати, вторая сторона медали. А нахрена нас настолько тогда глубоко этому учат, если в жизни оно большинству из нас не пригождается? Ага. Неправильно ли просто дать нам возможность выбирать, что нам интересно? Вот я вот за это вообще топлю. Топлю прям за эту тему, чтобы в школах... Ты должен открыть оттуда проход. Какие-то более выборочные знания давали каждому под свой выбор, а не так вот. То есть нравится человеку биология? Ну, пускай он изучает углубленно биологию там... Готово! И так далее. Хвалю. Ну не идет у него алгебра. Ну нахрена ты алгебра этой пичкаешь его? Оценки ставишь еще ниже, ну занижаешь как бы его, унижаешь этим, то что ну не для него это. Мы же не можем воспитать людей, которые все одинаковые. Это невозможно. Кому-то больше алгебра, кому-то больше литература. Я просто еще не встречал людей творческих, которые хорошо знают алгебру. Но это вообще, по-моему, нонсенс. Что же они от этого дебилы? Нет. А вот одноклассника, который поступил в Бауманку после школы, и который в итоге, которого оттуда поперли, потому что он не вывез, вот этого я помню, его эмоции, когда он просто прибежал, а я тогда работал, короче, с админом в поликлинике, когда учился в универе. Третий курс был, ну, получается, у меня и у него, мы же одновременно поступали, но в разные вузы. И он что-то ко мне там прибегает, такой, а мы с ним вообще в школе не общались никогда. И он такой прибегает, такой, прикинь, меня из этого выгнали нахуй. Из этого, из Бауманки, пришлось к тебе поступать. Ну не пришлось, а поступил к тебе, там, документы подал в твой вуз. Я думаю, ну молодец, хорошо. Ну то есть, прикинь, ты вообще с человеком никогда не общался, никогда. Вот в школе вы, ну типа, привет, пока, максимум. Давай тут осмотримся еще. А тут чудо это. Фига себе, анимация, я думал, спасла. Я что-то как-то на стриме расслабленно играю. Надо собираться. Слушай, я триндю много. Я на ролике, наверное, меньше разговариваю. Вы все забрали? Я траву, походу, забрал. А, это потому что я на втором этаже, я ничего не вижу. Леон спрыгивает. А Эшли, ты спрыгнет или побежит до лестницы? Хорош? Встанет же, да? Да ты ладно тебе, ну нет, благо, не надо, успокойся. Она так стонет, я прям не могу с ней. Вот, я говорю, обязательно нужно давать эти предметы на выбор. Вот мне, например, я никогда не любил химию, никогда. Вот, ну, вообще не давалось. Я пытался, когда у нас стали, с 7 класса, наверное, ее преподавать. Вот что-то с 7 класса пытался что-то как-то вызубрить, понять. Не, вообще не мое. Вообще. С биологией было попроще, но тоже не мое. Физика нравилась, но скажу честно, учитель говно был, вот просто отвратительный. Мне вообще насрать, кто что подумает. У нас учитель был такая бабка старая, которая, ну уже все, ну типа, ну не могла преподавать, вот просто не могла. Сначала была она, а потом была зауч, которой было просто похрен. Ой, не зауч, директор. Зауч нас алгебру вела в старшей школе тоже, ей было тоже всем насрать. Они не для учебы там сидели, а просто чтобы... Ну, короче, баллы получать себе и пойти потом в Министерство образования работать. Так и стало, в итоге ушли в Министерство образования работать, на повышение пошли. А то, что поколение не учи, на своих предметах вырастили, это уже плевать. Вот с кем мне реально повезло, вот с кем реально, это учительница... русского и литературы. Вот во всех классах. Ты что, встал, что ли? И там с 5 по 9, и с 10 по 11. Вот это были классные учителя. Они свой предмет хорошо давали. Наверное, поэтому, кстати, у меня не такой скудный словарный запас.
в том числе. Нам Высоцкого она включала, ну вот в старшей школе преподаватель, ну там как часть образования это было. Не знаю, сейчас, наверное, уже не включают, но тогда кусочек точно был, там несколько произведений. Прикиньте, магнитофон слушали на уроке. Я не знаю, как сейчас учат. Но было, наверное, интересно. Ты как я назад вернулся? Я убил всех и вернулся назад к торговцу. Ну, автосейв сработал. Так, точка твоей эвакуации, туда нам. Заболтался с вами. Заболтался. Еще, кстати, забавно получилось. Вчера что-то шли, тоже обсуждали. И я вспомнил тоже момент из школы. Про одноклассницу, то, что ее там заставили переодеваться. Я с ней, чтобы вы понимали, не общался с 7 класса. В друзьях у меня ее не было. И вот что-то просто у нас разговор зашел об этом. И не с одноклассницей, с супругой. И типа, я говорю, вот у меня такая одноклассница была, ее чуть ли не заставили переодеваться там из-за того, что она платье как-то раз надела с блестками. И чтобы вы понимали, этим вечером эта одноклассница добавляется ко мне в друзья ВК. Прикиньте, я не знаю, как это работает. Мы с ней не общались до хрена лет, прям до хрена. С 7 класса она как ушла со школы, так я ее знать не знал. Добавилась, друзья. Вообще, я в шоке был. Ну как это работает? Просто не может быть. Так, мне кажется, сейчас может быть жесть, я вот так вот сохранюсь. Как это получилось? То есть как это? Ментальные какие-то эти волны. Я не сказать, чтобы с ней в школе как-то общался. Забавно, да? Блин, там полезла флага. О, вот это мухана. Блин, я чё, я Эшли что ли почи... Да слышь, чё? Стреляй! Ещё? Нет! Серьёзно? Бей. И если поднимай. Как ты? Да вроде бы. Блин, Коврон не помер. Чёрт. Да ладно, бык! Леон, нет! Блин, бык, вставай. Сейчас дробаш порешает. Бык, иди, твою мать, используй. Используй, они мало восстанавливают, так капец. Жесть. Флешку? Будет вспышка. Бей, надо экономить пули. Ой, я случайно. Так, кончился. Лупарка хороша. Пора уже одеваться в мафиози, да, в сицилийского. Нет, вообще химик это клево. Знать химию это классно. Мне просто химия не давалась. Я хорошо знал, вот говорю, до 9 класса алгебру. Если бы учитель, с учителем дальше тоже повезло, то я бы ее знал хорошо, наверняка. Ну, если бы не был еще частично раздолбаем таким. А потом общество знания хорошо давалось. Прям всегда вот, легко русский, литература. Ты прикинь, сначала побежал, потом вылезла. Так, вот тут есть у нас секретик, и торговец уже здесь. Раньше его тут не было. Используй. Так, курительная трубка. У нас здесь по луту нифига нет. Ну ладно. Да, тут уже все облутано, все тарелочки мы сбили. Опа. Так, хорошо. Погнали еще осмотримся. У тебя был спецкласс, где раз в неделю... У меня был спецкласс, где раз в неделю не сильно идешь, блин, в институт, СВУ, на лекцию, где тебе рассказывают чуть ли не сложные темы и читают для тех... Слушай, ну...
У меня просто такого ничего не было. Ой-ой-ой, ты смотри. У нас корова вросла в сарай. А свинье вон, зашибись. Свинья ништяк. Мы тут все сбили. Вообще ни сокровищ, ничего. Ладно, идем. Не, ну, это если заставляют учить. Если ты химик, то как бы надо знать. А если тебя заставляют учить химию, а ты нифига не химик, тогда это другой вопрос. Так, давай, надо починить броник и нож. Вообще просто броник улетает. Привет. Что могу предложить? Поосторожней с этой вещью. Вот так вот. На обмен я не вижу. Я только на деньги буду менять. На алмазы там. Так, улучшать там тоже нечего. Поехали дальше. Выполни оставшиеся просьбы, прежде чем идти дальше. Иначе придется гадать, как все могло бы обернуться. Так, а какие у меня просьбы есть? Особняк деревенского старосты. Это я сделал. Я все сделал, кроме вот этого. А, где? Злобную псину, да? За 8 шпинель. А где этот особняк? Часовня в маленькой пещере. Карьер, заброшенная фабрика. А, ну пошли. Ну, стримим, погнали. За псиной. Я этого просто на прохождении-то не сделал. А тут можно сделать. На стриме можно делать больше, чем на записи, на серии. Это точно. Ну, то есть... Больше возвращаться куда-то, бегать. Кстати, запись идет. Запись я выложу обязательно потом. Слушайте, погода такая хорошая, капец. Я сегодня тоже гулял с Максом. Прям вообще офигеть. Тепло, солнце, ой. Там, в принципе, прям монстр вон нарисован. Главный вопрос в том, чем эту псину убивать. Я очень не хочу тратить патроны. Ну что делать? А где здесь трава-то лежит? Она же прямо где-то тут, да? Смотри. А, нет, это Эшли. Я думаю, это я. Так, а нам получается сюда, к дому старосты. Не, я не про игровую погоду, конечно, я про на улице. Кстати, я в каких-нибудь регионах еще, наверное, есть даже какая-то зима, да? Ну, а где-то прям, ну где, в Сочи, наверное, сейчас теперь всего. Уже, наверное, сезон какой-нибудь. Кто-нибудь уже даже купательный сезон открыл, самые такие моржи. Я так хочу домой. Блин, Эшли. С тобой, рыцарь. Не бойся, не страшно. А что, давай посмеемся. А, вот дом старосты. Ну давай. Где эта страшная псина? Блин, страшно. Так, а тут же еще сокровища. Там на второй этаж надо подняться. Короче. Блин, стрёмно. Я не знаю, что за хоррор такой, игра. Ой-ой-ой, давай подхилимся. Эшли, спокойно, не ссы. Это нельзя болтать, нельзя. Так, чат зачитался. А чё закрыто? Не понял, а почему закрыто? Сейчас вылезет, да? Страшно, капзда вообще. Я не шучу.
Он там сидит. Там сидит, ага. Да, монстр? Нифига себе, у вас тепло. Плюс 18 к концу марта. У меня сейчас не плюс 18, у меня сейчас где-то плюс 12. Это он? Нет. Так, деревенская хроника, часть вторая. Все радостно закричали, услышав шум лодки со стороны озера. Этим чудесным маслом ловить рыбу будет как никогда просто. Металлургический завод возвели всего год назад, но он уже стал неотъемлемой частью нашей деревни. Наши косы и ножи сияют ярче прежнего. Две рыбины, которые нам достали, съедят почти все, что им дают. И хорошо размножаются. Рыбопитомник на болоте тоже добился больших успехов. Днем я учу детей грамоте и счету, а по вечерам прихожу на ужин к какой-нибудь семье, чтобы послушать, как они справляются с тяготами жизни, и узнать, какие слухи под крышей построенного нами дома. С тех пор, как мне удалось открыть нашу деревню для внешнего мира, мы живем в благоденствии, а люди стали счастливее. Порой они даже улыбаются. Странная группа людей в черных одеждах пришла в деревню из замка и подняла зловещий флаг с эмблемой, похожей на паука. Прочитав проповедь о спасении и всепрощении, каждому из нас сделали инъекцию вещества, которое, по их словам, излечит нас от безумия. Но можно ли им доверять? Это, короче, дневник старосты. Это лор. Так, портрет отца. Присмотри за деревней, мое отсутствие, пусть на сделанных тобой фотографиях всегда будут улыбающиеся лица. Ты смотри, он же был старостой, был нормальным мужиком. Смотри, что с ним сделала. Ну да, плага, короче, со всеми сделала плохо. Долгожданный металлургический завод, 1992. Это деревня, понятно, что это градообразующее производство было. Так, еще что-нибудь тут есть? Я чуть не пойму, а где монстр? Деревенская хроника, часть 1. Сегодня старейшина доверил мне вести дела в деревне. Он сказал, что я постепенно освою свои новые обязанности. И начну с того, что буду вести хронику нашей деревни. Есть много слов, которые я пока не могу написать, но старейшина поддерживает меня, буду стараться. В доме озера живет маленький мальчик со своим дедом. Матушка его, кажется, отправилась на небеса сразу после его рождения. Дед не слишком разговорчивый. Зато паренек очень смышленый и бойкий. Он сегодня снова рассказывал мне сказку про рыцаря, который ездил верхом на ослике. Дед сильно заболел, и ему с каждым днем все хуже. Мальчик очень за него переживает, и среди жителей пошла молва о безумии. Напоследок старик отвел меня в сторону и сказал: «Если что-нибудь случится, ты знаешь, что нужно делать». Я только кивнул в ответ. Это была жуткая ночь. Все стояли и смотрели, как горит дом. Мальчик тоже смотрел, не говоря ни слова. Он не шелохнулся, даже когда взошло солнце. На следующий день он исчез. Фотография мальчика с дедушкой. Семья Наварро, 1981 год. Но это, походу, точно староста. Мальчик, в смысле. Так, старинная фотокамера. Это что, это драгоценность? Да. 10 тысяч стоит. Какая боль тут все это крутить? А нет, ничего, нельзя ни открыть, ни посмотреть, да? Жалко. Очень жаль. У меня тут, короче, такое дело. Завтра мне будут делать УЗИ брюшной полости. Ну, то есть, вот это все, весь желудок, там, район кишки, кишок и так далее. Все, что, короче, вот в животе находится, мне будут делать УЗИ. Из-за того, что мне ранее гастрит нашли, вот повторно надо. Сейчас опасно. А? Харарюга голимая началась. И я это к чему? К тому, что там обязательно перед этим исследованием, скажем так, надо сохраниться, да? Не просто так тут сейф, а прочиститься. И если я тут внезапно убегу на стриме, то как бы не обессудь.
Где эта тварь? Где эта тварь, я спрашиваю? Где эта злобная псина? Завтра, кстати, в ложек запишу. Вот клетки. И завтра же выложу. Уже есть о чем поговорить. Есть. Как раз когда буду идти из поликлиники, вот и запишу. Голодный буду, злой, это натощак надо все. А у меня запись, знаешь, во сколько? В 10:30. Потом сразу гастроэнтеролог в 11:15. И то есть где-то ближе к 12. Ну, где-то я, наверное, выйду из поликлиники. Прикинь. Где она? Не понял. Она пропала? А, вот она. Ну ты, на. Она мощная? Обычные псины легкие. Я-то ждал какого-то скримака, а это что? Она убежала просто. Так, на всякий случай с дробовиком пойду, мало ли. Че, тут где-то прячешься? Аккуратно. Я уверен, она выскочит резко. Короче, я скажу попросту, мне пришлось стабильно жрать, поэтому если что, я убегу, то или случится какая-то неприятная ситуация из-за хоррора, то не обессудь. Ну, как-то так. Ну, честно, чё. Так нету твоя... А, вот она, все, это сейчас будет реальный босс-файт. Ты посмотри, она меня привела на босс-файт, давай. Начнем. Спокойно, спать. Зажмурься. Обалдеть. Все. Александрит получили. Вот и все. Две флешки, с другой стороны. Две флешки, это тоже сильно. Извини меня, как бы две флешки, это две флешки. Погнали к торговцу. Слушай, очень хорошо, что торговец здесь предупреждает, что пути назад нет. С другой стороны, как бы вон, когда я первый раз от него это услышал, в первом прохождении, это уже было так далеко. Когда я реально обратил на это внимание, это уже было там, под конец замка Салазара. Ну, уже все, мне ничего не нужно было. Ой, не то, что ничего не нужно было, я не мог вернуться назад. Дохлая, что ли? А, нет, свинья просто лежит, кайфует. Давайте сдавать задание. Ой, не нравится мне этот костюм. Герольда. Герольда, это называется? Молодец! Тебе можно героя довериться. Ага. Я продаю много отличных товаров, чужак. На самом деле максимально беспонтовая собака была. Плевое дело. У меня 43 шпинели. Я... Понимаешь, не все можно купить. Мы же деньги копим. Интересный выбор. Вот так вот. В хорошем смысле, конечно. Да нормальный выбор я сделал. Нормальный. Что, это все? Выполни оставшиеся просьбы, прежде чем идти дальше. Ну это он, короче, просто еще раз повторяет. Мы, смотри, сейчас игру сохраняем. И нафиг костюм меняем. Вот этот костюм что-то... Придется гадать, как все могло бы... Совсем не нравится мне этот костюм. Я дал этому костюму шанс, как и всем остальным. И наступает момент еще одного, последнего, да, костюма. Основной сюжет, дополнительно гида, герой. Костюм в полосочку. Ой, не знаю. Мододелы. Ну, в принципе, я видел, что сделали мододелы. Ну, давайте на Эшли посмотрим в другом костюме. Если что, переоденем ее. Давай посмотрим на нее вот так.
Тут, кстати, можно уже что-то даже придумывать уже. Это, кстати, можно по факту менять, поэтому продолжаем. Сегодня тоже пару часиков постримим. Вот. О, да. Такой, знаешь, гангстер и Эмма из 2004 года. Все сходится, в принципе, смотри. Ну, гангстер-то из 40-х, из 30-х. А вот Эмма прям вот из тех годов, когда игра вышла. Оригинальная. Ой, я помню, столько Эмма ходила. Ё-моё. Прикольный, ну как прикольный, я с ними в компании никогда не был, но вот выглядели девчонки прикольно. Эй, сюда! Ура, это же серьезно, а у меня патронов нету. Как это сейчас проходить? Живее! Так. Слушай, в тот раз я... Да, я помню. Просто... Я бы с Гринстом таким не спорил. Это же твоя пропавшая сеньорита. У сеньорит есть имя, Эшли. А ты кто? Я Луис. Энкантадо. Класс. Все представились. А теперь... Кто ты такой? И что ты здесь делаешь? Хорошие вопросы, но, к несчастью... Эшли, прячься. А раз так... Эй, помоги! Эшли, живо! Сюда! Лезь! Ну ладно. Сыграем. Почему тогда Томпсона нет? Я видел, короче, мы доделаем. Нафиг мне это нужно? Вот это вот древесина... Ну давай, давай заколотим. Я замечу, эта толпа состоит из чудовищ. Закончил разминку? Растяжку сделал? Да. А теперь заткнись, пожалуйста. Патроны. Надо второй этаж охранять. Сразу на второй этаж. Нефиг ловить на первом. Сходу. Блин, я что-то, извиняюсь, я себе что-то сейчас вот прям заставки громко очень сделал, прибавил дофига. Все, пруд. Много. Так, да нечем заколачивать, закрывай. Да это вообще тупизм какой-то, вот это заколачивание, как во второй части. Хотя во второй части заколачивание, ну если ты заколотил, то с концами. Только патроны для пистолета дают. По 5 патронов, обалдеть. Ну против обычных-то только патроны к пистолету. Я давай, пистолеты тратить. Потому что... Тут еще будут взрывники, если... Ну, тут ничего не поменяли. И, возможно, тут будет больше взрывников. Ну, быков этих. Спокойно, я тебя подчиркую, понятно? Я гангстер. Так, тут есть еще что-то из Лутецкого? Нет, все собрали. На нем что, противогаз или это борода? Ну, действуй! Секунду. Я действую? В смысле? На! Так, нифига, у меня костюм в крови, смотри. Блин, вылезет, да? Я застрял. Беги, Лёня, беги! Патроны придется экономить. Так, тут сразу по двоим. Доски, да нахрен они нужны, вообще, эти доски? Вот тут я могу досками заколотить? Нет. Значит, они вообще не нужны. Хорош, успел. Да он не взорвался. Опа! Откуда вы взялись-то? Серьезно?
Добивай, да беги! Он вообще в какую сторону бежит, Леон неуправляемый! Да блин! Что? Ты что? Вообще, что с ними происходит? Че они такие жесткие? Создать. А, да, и, блин, да, я ничего и не взял из этих патронов. Давай патроны к дробовику создавай. Еще патроны к дробовику создал. Патроны к дробовику. Дробовику. Еще патроны к дробовику. А, нет, сейчас пистолеты давай. Что игра прям вообще имеет на эти патроны меня? И мне все равно кажется, что я как-то экономично играю. Да нахрен мне эти доски нужны? То есть архаик. Так, лег. Все, наверх идут. Приехали, задница. Я ждал тебя, герой. Ой, он такой неповоротливый, это капец. Бей, бей ножом. Я знаю, что этот пистолет простреливает насквозь. На. Патроны. Добивай. Ага, вот и здоровяк. Нет, пуль. О, смотри, какой там здоровяк. Я им займусь. Бей. Да слышь, уйди. Леон, сюда, скорей. Бежим. Я не знаю, как вам. Напишите мне. Мне не нравится костюм. Эшли и то больше выглядит как подросток, органичный в этом во всем, чем вот он. Что у японцев за приколы с этими костюмами? Что? Что со мной такое? Эшли, скажи, ты до этого уже кашляла кровью? Может... Так, игра что-то очень тихая. Не могу сейчас... Сейчас делаю громче. Кашель вызывает нечто под названием плага. Короче, вы видели тех людей, да? Вот внутри тебя такая же штука. Именно из-за нее они стали такими. Эти симптомы, которые у тебя проявились, лишь только начало. Я не хочу стать такой. Но все не так страшно. Пока что этого паразита, плагу, еще возможно удалить хирургическим путем. Нужны кое-какие знания, видите? И оборудование. Так ты тоже? Не бойтесь, у Луиса есть план. Но без доверия никак. Класс, окей. Значит, решено. Эй, почему ты... Вопросы подождут, у нас мало времени. Почему ты решил помочь? Мне от этого легче, скажем так. Ладно, до связи. Так, глава завершена. Я тоже думаю, что классический лучше всего. Ну, что-то совсем какие-то костюмы, ну... Можно, короче, сделать как? Можно поставить... Кстати, да, надо погромче чуть игру сделать. Вот так вот. А то я на одних из нас убавлял, а тут надо громче.
Почему костюмов так мало дали? Почему не дали переодеть Аду? Ну, Луиса, ладно, еще такой. Привет. Сиги есть? Герой, да. А вот Ада. Твои любимые. Где янтарь? К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой... Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому... Я все еще жив. Мне помнится, мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Какая ты все-таки зануда, Ада. Ну ладно. Сейчас схожу за ним. Мне как раз нужно достать еще кое-что. Не, костюмов не добавят больше. Это гнездо. Плохие новости, Кондор-1. Погода нелетная, поэтому вертолет до вас не доберется. Подождешь, пока буря пройдет? Нет, слишком опасно. Попробуем найти безопасное место. Мне жаль, но здесь я бессильна. Не волнуйся, если будет надо, доберемся вплавь. Кондор-1, конец связи. Идем. Что? Что со мной теперь будет? Знаешь, что с тобой сейчас теперь будет? Мы тебе вот так вот возьмем. Волосы сделаем, посмотрим на красные. Для начала. Оу, май. Давай просто выберемся отсюда. Да, ладно. А чё, красный хорош? Такие не красные, скорее, да, такие лиловые, да, правильно сказать, цвет. Костюм, я видел мод есть на костюм Леона из второй части. Это я видел. А тут действительно, ну, я не знаю, шляпа какая-то, короче, вот как у него шляпа, вот такая же шляпа, тут эти добавленные костюмы. В DLC ничего не добавят в плане костюмов, я уверен, может быть только Ади, если с ней добавят DLC, да, платная потом. То вот, скорее всего, только так будет. Потому что, если вспомнить вторую часть, прикол второй части с костюмами и в третьей части с костюмами заключается в том, то, что там добавляли такие наряды классические, да, которые были в оригинальной игре. А тут-то что будут добавлять? Тут они и так все как в оригинале сделали. И это как бы вызывает больше вопросов. Тут костюмы добавили исключительно так, ну, типа в прикол. Тебе наверняка понравятся мои новинки. Давайте посмотрим на синие волосы. Пускай она в таком костюме побегает. Так, ночные прогулки, яркий свет, это мы знаем про флешки. Привет. Мы сейчас Леона переоденем. Есть кое-что новое, чужак. Дробовик. Дробовик хорош. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Дробовик нам реально все равно хорош. Рубины или рванина, раз спасибо. Регулярный уход и забота. Без этого никак. О, они сразу мне дали тут боевик. Максимальный дробаш, да? Сразу дают возможность тебе его купить. Ты смотри, что творят. Или жизнь. Выбор прост. Но его же еще улучшать придется. Тогда мы на ракетницу не накопим никогда вообще. Что, это все? Будем ходить с чем есть. Давайте сохраним игру, и я переодену Леона в нормальный костюм. Не знаю. А и вот насчет нее не знаю. Мне нравится и так то, что есть. По умолчанию. Романтика? Нет, мне в романтике не нравится прическа у него. А тут вот костюм по умолчанию. А вот у Эшли... Ну вот даже не знаю, пускай она такая вот пока побегает. Да, пускай побегает эмочкой такой. А, с красными волосами. Или пускай она без этого вообще всего побегает. Можем ей маску надеть.
Мало каких-то вот этих аксессуаров, мало. Хотелось бы больше. Повседневный? На Эшли? А, повседневный Леону? А я ему что надел? Я же ему повседневный надел. Ну, по умолчанию. Это у Эшли повседневный был. А, повседневный. Тьфу ты. Уверен? Ну, давайте. Давайте повседневный наденем Леону, хорошо. Хорошо. Как скажете. Вы тут главный, вы тут власть. Почти. Давайте наденем повседневный. Почему вот в этом меню? Мне его штаны зауженные не нравятся, но пускай так. Они хотя бы сочетаться сейчас начнут. Аксессуары Леону нет, никакие надевать не будем. Слушай, почему не дать нормальную кепку какую-нибудь ему прикольную, да? Почему не дать Эшли какие-нибудь, я не знаю, например, платья вечерние? Ну, что-то такое, ну вот. Вот так, ну, в принципе, нормальная парочка, да, у нас получилась. Вообще зашибись. Так, откуда у меня патроны появились? Опа. Так, а тут еще есть что-нибудь? Смотри, прямо сзади сокровища. Не, ну норм, норм. Прям вообще в теме оба. Но я же на виллу не смогу вернуться. Да, меня игра не пустит, а там остался камень. Я не смог. Я же не успел облутать быка. Началась заставка, и все, и меня игра не пустила. Ну да, тут уже все, ворота закрыты. И я столько лута там просто оставил, просрал сейчас. Ворота же закрыты. Давай перепроверим. Не, ну а вдруг открыты? Да нет, ну что смотреть. Камень один, блин, драгоценный просрали. Игра не хочет, чтобы я купил бесконечную ракетницу. А я очень хочу. Ну ничего, ничего, ничего. Мы и без этого, но... накопим. Короче, непонятен мне прикол с этими костюмами здесь. Укрепить оборону, да-да-да. Поступил приказ от Седлера. Тут сейчас тоже заваруха будет знатная. А патронов как бы нема. Идем дальше. Не шуми. Это не у нас ли он гости, а мы у них в гостях. Ясно. Ладно. Я постараюсь. Да а как тут по стелс пройдешь? Поехали. Идем на пролом. Ну он прям лицом на меня стоял. Как тут? Эшли! Ты я что, по ней зарядил? Слышь, хорош появляться. Эшли! А, да ладно, ее добили? Ее же должны были просто унести, а ее добили. Я сейчас не понял. Так, держись подальше, тогда Эшли. Она мне вообще в оригинале не мешала. Идем дальше. Не шуми. Я, в принципе, могу прям тут стоять и отбиваться. А, вот, сейчас где-то отвернулся. Давай по стол своего положим. Хотя бы одного. Уже патрончики сэкономим. Ой, с него патроны выпали. Отлично. Ну приходится по стелсу работать, приходится. Мне кажется, сейчас все, наш стелс закончен. Можно отойти. Давай отойдем в то место, где нам будет легче просто от них отбиваться. Это вот какая-то вот более возвышенность. Да? Я в нее выстрелил? Ну, блин, бывает. Играть идем. По стелсу здесь, это вообще тупость. Не мешай мне. Леон! Идем на пролом. Я еще раз это повторяю. Это неинтересно играть здесь по стелсу. Эшли, уйди отсюда. Так.
Да ладно, вы... Леон, нет! Что это? Леон! Его... Его не захватит... Ой, ладно. Причем тут Эшли-то? Я погиб, потому что меня бык забил просто. Ну вот такой вот хардкор, да. Оказывается, не все так легко, как нам казалось в начале игры. У нас гости. Идем дальше. Не шуми. Ну парочку все равно положим по стелсу. Ладно. Пускай она идет возле меня. Постараюсь. Почему не патроны? Не так нужны были патроны, а игра мне их не дала. Очень плохо, что там побежит бык на меня. Бык, блин, опасный. Если я при первом прохождении вообще, собственно, от них не видел никаких проблем, то сейчас на хардкоре они действительно серьезные враги. Надо, погоди, надо вообще к торговцу вернуться. Я неправильно пошел. У меня оружия нет. Я же не взял снайпу. Я хотел, знаете, взять снайпу и не взял ее. Мой косяк. Я с этими переодевашками позабыл о нем. Почему? Ладно. Так, обычный оптический прицел. Берем. Можно и автомат взять. Но я не вижу пока в нем смысла. У меня 9, кстати, лечебных спреев. Это нам может жизнь спасти. Все. Так, и винтовочку мы ставим на быстрый доступ на трешечку. А на четверочку мы ставим флешечку. А обычно граната, если будет, я ее буду ставить не сюда. Слушай, это какой она мощности? Осмотреть. 4.9, а она вообще прокачана? Разрешите? Привет! Я продаю много отличных товаров, чужак. Да. Твоё оружие в надежных руках. А чё так мало? Я всё сделаю. Мне кажется, мало. Ну и вот этот скорострельный с два раза такое себе повышать. Ну ладно, а зачем приходил? У тебя забыл спросить. Так, это мы соединяем. Дальше мы патрончики создаем. Ой, у меня гости тут прибежали. Привет, привет. Ну и чё? Оп-оп. Скажи привет. И не нажимай только, скажи привет. Всё, не будет говорить привет, значит все. Не будешь, значит не надо. Микрофон. Я в него говорю. Люди смотрят. Да. Микрофон, да. Но я не могу тебе его дать, он же прикреплен к столу. Он... Видишь, он висит на нем. Смирился? Вот. Вот машинка сейчас будет точно лишняя. А угу-угу было слышно, да? Ну и хорошо. Все, пошли наверх. Если главное подальше отведем. Нам вот в этот угол будет хорошо, отсюда спрыгнуть можно. Если главное по спиной оставим, так, держись подальше. Ага. Понеслась. Идем на пролом. Так, надо подхилиться сразу, потому вот этим. Мало здоровья. Так, пока насквозь получается стрелять, сквозь них надо стрелять. Да блин. Спокойно. Пошел ты. Давай. Кончился бык. Опа. Да сколько вас вообще? Патрон же, патрошки к дробовику тоже кончились. Ой, к пистолету.
Не вставай, ну не вставай, дед, ну не вставай, акстись. Издевается надо мной игра. Так, там бабка какая-то летует. Ни хрена себе у нее броски. Ты что в юношестве, где, зачем занималась-то? Минус. Даже если из нее вылезла бы плага, то это не имело бы никакого значения. Минус. Ой. Да, красиво, да? Видишь, как я могу? Да? Да? Такие, знаешь, Ромео и Джульетта 21 века. Габаш что-то помог затащить. Чем Макс дверь закрыл сам. Я когда стрим запустил, он, я сказал, типа, не надо его сильно ограничивать, чтобы он сюда не ломился, пускай заходит, если что, уходит. А, так будет проще. А он сам вышел, дверь закрыл. Типа, все, не мешаю. Ну, сейчас, видимо, у него все. Спустя час держалка не выдержала, и надо было зайти. Опа-па-па-па-па-па-па, еле заметил. Так, патроны к пистолету дали, хорошо. Без патронов к пистолету вообще беда. Вообще беда. Идем. Так, держись поближе. Ага. Все? Да, сокровищ не осталось, идем. Ну, кстати, да, он, у него действительно вот эта любовь возвращается на свои места. Он прям замороченный. Он как начнет это и пальцем тычет, чтобы ты что-то, что взял, положил на место, если это не на месте. Допустим, какой-нибудь крем для рук, короче, стоит на столе, а он должен стоять там в ящике. И вот нет, пока ты не положишь, не отстанет. На полном серьезе говорю. Кто это тут стоит, рыгает? На! Думаешь, я тебя не видел? Так, ну игра, короче, возместила патроны. Так, если что-то подвисает, то это не с моей стороны, да? У меня ничего не лагает. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Я просто вижу, у меня тут работает браузер. Со стримом вроде все окей. Мне вот что не нравится в ЭКОПЛЕЙ, это то, что битрейт скачет сильно. Ну, условно, у меня стоит настройка 6500, а он скачет от 5700 до 6700. Вот сейчас 6900 вообще было, и резко упало на 5400. Что-то какие-то не такие себе скачки. Ну, у меня не лагает. У меня вот в браузере просто окошко работает, у меня не лагает. Ни, по крайней мере, такого, чтобы как было тогда с этим, с монстром водным, да, ничего такого нет. Так, никаких проходов. Так, там что-то орут. А тут тихо. Нам туда. Эта дверь закрыта, нам еще ключ нужно найти. Ключ будет тяжело достать, я не представляю. Мне кажется, могут отделать. Там-то при первом прохождении мне чуть не наваляли очень знатно. Опа-па-па. Папарадло! Папарадло! Коньо! Коньо! Вот кони я знаю. Кони это много где я слышал. Far Cry там, например. Было.
А я сначала, пожалуй, облутаюсь. Потом пойду в точку X. Нож мощный. Этот ножик прокачанный, конечно, реально мощный. Опачки, где? Ни в коем случае нельзя это оставлять. Это сколько? 3 патрона для дробовика. У нас еще появилась винтовка, поэтому нам не так страшно. Нам очень не страшно. Сейчас как тогда, когда патроны к дробовику, вот когда кончались. Опаньки. Желтая трава, мне кажется, мне вообще не нужна сейчас, потому что она же... Смесь зеленой и желтой травы становится почти такой же объем здоровья, как и один пучок зеленой травы. И заодно увеличивает... Ну да. Мне желтая трава вообще нафиг не нужна. И, наверное, по большому счету я могу ее продавать. Потому что у меня максимальное здоровье, это уже на максимуме. Тут можно сделать то, чего я не сделал, когда проходил игру сам. Да, вот на сериях. Оказывается, ее можно тут спрятать. Сейчас. Все. Иногда реально не хватает того, чтобы ее где-нибудь подальше оставить от заварухи. Но с другой стороны, если ты ушел от нее далеко, а ее оставил ее где-нибудь у двери, в локацию, да, а ее хренак и украли, то все, ты как бы продул. У тебя меньше шансов ее достать. Так, сейчас проверяем. Первый этаж, второй. Все, все облутано. Все, что можно уже. Так, обратно. Мне сейчас показалось? Да, мне сейчас показалось. Ее можно оттуда просто позвать. Меня больше напрягает тот момент, что Леон не умеет забираться никуда. То есть он такой крутой чувак. Он тогда из окна прям в самом начале игры сиганул красиво. Но при этом он вообще каким-то базовым паркуром даже не обладает. Вплоть до того, что он не хочет карабкаться никуда. Это мне момент непонятен. Ну да ладно. Это условность игры. Просто даже в 7-8 Резиденте там герои могли карабкаться. Так, лечебное зелье. Ну что, вздохнули и не бздим. Так, тут мне ничего нельзя достать. Поехали. Ну да, это точно не ее те подружки, которых мы видели, типа мертвыми. Это прям две бабульки. Черт, не знал, что это ваше. Дамы, я опольщен, но все-таки я однолюб. А, тут лестница сломалась, да? Так, ладно. Лови подарочек. Блин, я забыл, что это еще типы попрут. Уйди, да уйди ты! Мне нужна открытая территория. Сейчас сразу всех. Уйди отсюда. Еще. Капец, она жирная, ты прикинь. Я сколько в них патрон-то из дробаша вообще выпустил. Да, слышь, чё? Хорош появляться в натуре. Ладно, бабка скопытилась. Бабушки кончились, и нормально. Не вставай, не вставай. Я тебе говорю, не вставай. Да, слышь, я уже колол тебя ножом, успокойся. А вот и все. Так, рукояточка, денежки. Фигасе, если знает, как Леон свистит. Иди сюда, иди сюда. Погнали. Нет, ну если бы он просто отошел от стены, это было бы не так круто, как он сделал. Ну ты чё?
Потому что Леон Магиот, вот я еще раз говорю, он в заставках обладает паркуром. А в жизни, ну вот, а в самом геймплее он никакого паркура вообще не знает. Паркур для лохов. Если не делаешь круто вот в заставках, то ну, ты вообще проиграл игру зря. Погнали, к выходу. Не знаю, где-то еще, наверное, враг есть, но он, может, застрял где-то. Без понятия, где он. Погнали. Просто идем дальше. Ну, действительно, я не знаю, где дальше враги. На самом деле мы примерно с тем же, ну, темпом идем, что и раньше. Я как бы, у меня не получается ни спидрана, ни какого-то долгого прохождения. Обратно. Я патроны забыл. Можно? Да. Я реально, я же открывал карту, их же не было. А что тут все такое страшное-то на звук? Не, ну я не могу идти без патронов пистолета, у меня вообще дефицит их. Тут когда стрельба начинается, все. Патриков нет. Не, ну я. Ну как, слушай, а тут вообще, вот если мы возьмем как бы реальную жизнь, я понимаю, почему Эшли тут с ним согласна. Потому что молодая девчонка, ее спасает красивый парень. Он ей, ну, по-любому нравится, так еще и он ее как бы спаситель в этом, в такой жопе. Да, все в порядке. Вроде бы. Тут все накладывается молодчина. На другое. Одно на другое накладывается. От стрёмных мужиков. Это у тебя комплименты такие? Да. Леон ухажёр. Ну мы с вами знаем, что сердце Леона принадлежит Аде. Он этот... Обед безбрачия, короче, держит 6 лет. Походу, с того момента, как он ее увидел. Во втором эпизоде. Хотя тут... Да нет, ну между ними какой-то флирт есть. И в этой части, и... Но я не помню, что какие-то мутки там реальные были. Там, в мультсериале точно этого не помню. Ладно. В мультсериале, в мультфильме полнометражном. Ты что, идиот, скажи? Ты что, идиот? Он мне плащ покоцал. Леон! Твою душу следует очистить. Не, ну силен. Идем, дитя. Эшли, беги! Бежим, бежим! Нет! Живо! Да ты беги! Отсюда не сбежать! Леон! Не паникуй! Тут надо ждать. Все. Вот тут я тебя не помню. Сюда! Идем, 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 идем. Тут вообще, тут элементарно от него бежать, это даже, ну... Что с тобой? Несложность. Как не вовремя. У Леона все ваншотятся. Что ж такое? Все. Так беги. Повезло. Да. Я, знаешь, чего брусь? С анимацией в этой игре. Вообще просто шикарная анимация. Ну, в целом, движение персонажа, как это все сделано. Слушай, лицевые анимации. Он ищет тебя. Если снова его встретим, беги. А как же ты? Сделаю, что должен. Ах, торговец, он нас ждет уже. Пора идти дальше. Да. Привет.
Что могу предложить? Ничего, наверное, да? Мы все еще в состоянии накопления 2 миллиона 600, да? Если уж точно. У нас есть скидон. Так, давай-ка объединим. Объединить. 2-3 разных цвета. Очень медленно идем. Я на самом деле думал, что будет быстрее. Был практически уверен, что будет быстрее все. А если я два таких поставлю, сколько это будет стоить? 22 800. Ставлю такой. И что, это дороже, что ли? Вообще 16 500. И в чем же дороговизна? Ну, что-то я хрен знает, пока извлеки. А тут? Тридцать шесть, 47 600. Я, если что, забыл стоимость, какая была. 35 100. И в чем же прикол тогда, если один цвет дороже? Я понимаю, то, что самый дорогой, это красный. Ну, как бы, очевидно же. Да, похоже на голову Мимира. Есть в нем такое. Может быть, не, все-таки стоит по 3 вставлять? Красный, 2 фиолетовых. Не, хуже будет. Самый дорогой это красный. О, да. Сильно поднимает цену. Я думаю, пока не надо ничего вставлять, ничего продавать. А, вот. У меня прям такое предчувствие, то, что мы будем находиться. Вот эти вот сами сокровища более дорогие. И там будет множитель, соответственно, выше. А пока как что не хочешь, надо торопиться. Чужак. Привет. Мы, надо только тогда ножик, наверное, вот так вот сделать. Поосторожней с этой вещью. Что-то как-то целиком броник починить стоит 9, по-моему, с половиной, а меньше трети стоит починить 3460. Как-то несправедливо, тебе не кажется? И выгоднее ждать твоего полноценного. Итак, приходи в любое время. А, полноценного этого уничтожения бронежилета перед тем, как его восстанавливать. Это неправильно. Ну так, да. Мы пришли к боссу, если кто-то не понял. Мы сейчас с ним схлестнемся со старостой. Раз на раз. Тут лучше его сделали, чем в оригинале. Но вот самого босса. Тут, ладно, вся игра лучше, чем оригинал. Никаких сравнений больше не будем делать. В плане, что лучше, что хуже. Откажись от бесплодной борьбы. Доверь свое тело воле нашего Бога. Херовый ты проповедник, если честно. О, великий владыка, дай мне силы сокрушить твоих недругов. Твою ж мать. Эшли, беги! Поняла! Астелуэга. Ну как так. Боже, благодарю тебя за твой дар. Жил уродом. Уродом и сдохнешь. Узри, чудо. Ходи. А, ты тоже из этих тварей? Я нажал на спейс. Так, я буду очень много так патронов тратить.
кажется, винтовка чертовски слабая тут. 4.9 лучше. Блин, а мне не смешно. Ой, ни хрена себе. Облутаться. Да, в ногах правды нет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Сейчас пробью. Так, поднимайся наверх. На первом неудобно. Он, кстати, смотри, подождал, пока я поднимусь. Мужик. Благородный, типа, ух, нафига он косой. Так, я все облутал? Походу, да. Да как он? Вот он не мог ты в меня сейчас попасть, я уже отошел. Давай, не распускай клешню. Как от этого уворачиваться? Так, спокойно, я уверен, что он меня сейчас убьет. Прыгай. Да какой ты горишь? Это не конец. Мы горим, етить твою мать. Да ты... Поднимайся. Мне кажется, да и, ну, блин, хорош. Мне кажется, в него все надо стрелять. И воспользовался, я схитрил. Этот грех тебя не отпустят. Грех, окстись. Не, чтобы бочку кинуть. Священный огонь. Вот и все. Вроде бы все забрали. Почти. Не загорелся только бы. Так, патрон для пистолета есть. Не, мне тут тепло, хорошо. Передай. Одежда обсохла. Одежда зато обсохла после Леон, дождя. Скорей! Никаких следов. Слишком крутая куртка. А спасибо. Спасибо. А что это у нее нарисовано? Бензопила? Да, у нее ждать бензопила. Внимание. Надо уходить. Леон, скажи, что я не стану такой, как они. Я этого не допущу. Клянусь. Так, тут уже все облутано. Бежим. У нас еще осталось, я тебе скажу,
Ну, минут 30, да. Если ничего не случится, то где-то полчасика еще постримим. Тут, если слышишь звук фонаря, да, то надо просто понимать то, что где-то он должен именно висеть, а не просто поскрипывать в нигде. Да, самозашивается куртка. Сейчас самый интересный момент в игре, наверное, это замок. В замке клевые моменты. Но у меня такое чувство, что винтовка стала слабее у него. 4.9 при полностью... О, по крайней мере, теперь нас не догонит. При полном Идем. Улучшении это очень-очень мало. Должно быть больше. У него было чуть ли что-то 12, наверное, там при максимальном улучшении мощности. Серьезно? Я не могу это путать, я уверен в этом. Надо было одну хилку скинуть. Из инвентаря, ну ладно, сейчас бросим. Ола, это Луис, вы еще тут? Вообще-то я хотел домой, но Эшли решила осмотреть замок. Супер, у меня для вас подарок. Лекарство, чтобы слегка отсрочить неизбежное. Где ты? Итак, приходите во внутренний двор замка. Буду ждать там. Чао. В смысле, Эшли без звука говорит. Луис сказал, что... Я поняла. Лучше не задерживаться. Не понимаю, вот я не понимаю, как она могла это понять, если она не могла это слышать. Ведь он же ему говорил в ухо. Ну, с хилками проблем нет, 10 штук. Надо ее перезарядить. У меня очень много вот этой истории... И получается, у меня очень много патронов можно накрафтить. Хотя к винтовке, в принципе, можно очень много патронов накрафтить. Она, блин, слабая. На 4 флешки. 4 флешки это хорошо. Ну, хотя, слушай, автомат улучшен. Вот эта винтовка, это повторяет вот эту, патрон вот к этой винтовке будет расходовать. Это не... Хотя 60 пуль, мне кажется, она улучшена. Привет. Так, улучшить. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. За ножом да. Надо регулярно ухаживать. Его лезвие, грань между жизнью и смертью. Забирай. Поосторожней с этой вещью. Броник выгоднее чинить, когда он кончается. Пробивное действие. Блин, обалдеть. LG5, это же MP5 автомат. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Итак, чем я могу тебе помочь? Спецакции у него начались. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Не. Ты только там не убейся. Так, ладно. Пока что я сложу автомат. Пока у меня есть, как бы хватает патронов. Либо, может быть, сложить дробовик. Давай-ка я лучше блин, ну хотя без дробовика в Resident играть. Тоже такая себе история. Если они зажмут. Пока что вот так вот, без автомата. Места нет в инвентаре. Хотя, чековая обманывай, место в инвентаре есть. Давай автомат возьмем. Так, хранилище. Давай возьму его. Место есть. Так, тогда мы вот его ставим на 4. А флешку ставим на 5. Я не абсолютно не оценил автомат в оригинале. Но может быть тут сейчас... Может тут он сейчас передо мной как-то реабилитируется. Ножей этих полно. Зачем они мне? Мне кажется, от торговца до торговца мне их более чем хватит. Давай я продам парочку ножей. Привет. Что покупаем? Готов. Это лишнее мы скинем. Все.
кухонные ножи. 1-2. Надо боевой нож еще взять. Смотри, сколько он стоит, значит, он улучшен. Мне кажется, вот так вот и все, и нафиг они место все занимают. Приходи в любое время. Я что-то о нем тоже подзабыл. А, давай берем боевой ножик. Все. Ну вот и нормуль. На всякий случай у нас в запасе боевой нож, а сначала будем пользоваться ножом Краузера. Пока хватает. Так, ну сокровище оно вот здесь было, если я правильно помню. Замок, блин, такое место сложное начинается. Тут же добавится новый тип этих чертей, монстров, да, паразитов. И он напряжный. Против него надо, кстати, да, больше световой гранаты создавать. Какой выбросить? Ты что? Так это не получится. Прям улетать могут. Создать. В принципе, ничего больше и не нужно. Какие-никакие патроны, но мы находим. Эти шаманы прикольно их сделали. Очень понравилось. Двор за теми воротами. Они... гостей тут встречают прохладно. В оригинале имели просто декоративный смысл какой-то, да, что просто, ну... Да, ряженые враги, может быть, потолще были, а тут они имеют какой-то более такой заряженный смысл. Куда? Так, идем дальше. Я пришел, интересно? Ну, конечно. Его не слышно, наверное, да, сейчас? Он достаточно далеко от микрофона. Говори тише. Реально, а что ты кричишь, Эшли? Макс, ну как я тебе дам микрофон? Ну как? Не надо, не надо, не надо, не надо, Макс. Он к столу привязан. Он прикреплен к столу. Болтами. Так, ты что нажал? Ой, это я назад пришел, сорян. Идем сюда. Да, папа дурачок, сам с собой разговаривает. Ну, нет, 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 вот на клавиатуру нажимать не надо. Не, да. Не, на одного расточительство тратить. Проще в упор вот так вот пару раз выстрелить и вообще в самый раз. Идем дальше. Нету больше ничего. Слышно его очень хорошо. Ну, потому что микрофон улавливает голос, да, он глушит какие-то внешние шумы. А вот голос улавливает хорошо, ну так настроен он. Он, короче, меня иногда просит включить ему PlayStation 5, берет геймпад, и я ему запускаю там этот Crash Team Racing. Рейсинг у меня есть. И он сидит, что на газ там нажимает, что-то подруливает чуть-чуть. Ну, ему быстро надоедает, минут 10, и все. Ну, это тоже такой какой-то игрой, там, гонкой назвать нельзя. Ему еще все-таки рано играть. Это так. Просто потому, что очень просит. Мансим. Мансим. Один. Готов. Блин. Нифига, да, мансер? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, если вот сейчас вот можешь попасть под выстрел. Где он тут? Да, вон он там выглядывает. Ну высунься ты. Да ты дебилушка, ну.
Все прут и прут. Ты обалдеть вообще. Блин. Нет, это не глюки, он именно это и сказал. Что-то графоний с этими взрывами. Идем. Так здесь принято принимать гостей. Что? Кто? Что? Нет, стой! Я сейчас вышли попал первый раз. Пятьсот пассетов. Я ушел. Надоело ему тут. Тут тоже скучно стало. Все в норме, спасибо. Возраст такой. Больше несколько минут 10 ни о чем сконцентрироваться-то не может. Эшли! Да хорош, Эшли, падать. Вставай, цела? Давай. Да. Вновь. Смотри, он нас спасет, да? Стоит такой. Я его сейчас поймаю. Кахедло, кахедло. Кахедло! Нормуль. Идем. А кто выстрелил? Да, блин, да как так-то? Кстати, ХП не сняли. Опа. Внезапно. Так, а тут нету. Опа. Попробуем. Сейчас мы поднимем нашу пушечку. И будем грязь творить. Надо усиление с микрофона снять. Я слишком большое поставил. Тогда не будет улавливать так далеко внешние голоса, именно голоса. Просто у меня сейчас такая компоновка на столе, не как раньше. А что-то тут коротнула розетка в квартире, и вот как-то так. Задница получилась, а я сейчас хочу проверить, записи у меня получится спасти или как. Что-то у меня такое плохое предчувствие, что нет, запись спасти не получится. Видишь, по нулям. Это печаль, вот это беда. Да, можешь воспроизвести? Всем привет, мы продолжаем сегодня. Ну, вроде воспроизводит. Пишет, видишь, по нулям вообще. А, надеюсь, получится, короче, прогнать его через... этот самый Мавави, и у меня такое уже было, и вроде видеозапись спасли, на неделе такое было, что я когда записывал «Одни из нас», у меня вырубило комп, из-за я говорил об этом на видео, то что из-за перезагрузки, ну из-за того, что я, мне, как мне показалось, блок питания не вывез максимальной нагрузки на видеокарту, собственно. «Одни из нас» ремейк на ПК вообще не чурается ничем, да, он забирает вообще все, что у тебя есть, при этом лагает. Я надеюсь спасу, видос. Да, там посмотрим. Специально перезапустил стрим минут на 15-20, чтобы, как сказать, ну, целостность какая-то была у ролика, я потом попробую их связать. Целостность у стрима до конца, потому что, ну...
Так нельзя, мне так не нравится то, что закончилось. Блин, придется этот момент перепроходить, ну да ладно. О, розетка, походу, поплавилась. Не розетка, а выключатель света поплавился. Надо будет разбираться. Я, блин, в электрике вот очень плохо разбираюсь. Но надо будет разобрать его. Выключатель, посмотреть. Так здесь принято принимать гостей. Что-то как-то в последнее просто несколько, ну, посыпалось все. Окно, например, заклинило пластиковое. Ой, столько патронов просто никуда. Блин, еще. Пипец, вообще еще и Эшли застрелил. Случайно же ей в задницу всего один выстрел засадил, она померла. От этого не умирают. Если от потери крови только не умрешь. А так, ну, в задницу попал выстрел, ну с кем не бывает. Калибр даже маленький был, пистолет же. Да, Эшли. Да, 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 зашибись. Что вы меня бесите? Вставай, поднимай ее. Цела? Да, в норме. Опять легла. Быстрее, ты пока. Как? Вообще жопа какая-то. Спасай ее. Спасибо. Не за что. А она сейчас опять лежит. Это невозможно. Козлище, блин. Как ты? Да вроде бы цела. О, нас поимела сейчас катапульта. Так здесь принято принимать гостей. Броника у меня не осталось. Надо помнить, что одно мурло прибежит сзади, да, вот это вот. Эшли! Да на! Эшли! Да хорош, ну Эшли, ну чё ж ты падаешь? Ты как? Норм. Вот сейчас, если будет вот так, как есть сейчас, мы настрадаемся. Мы прям настрадаемся дальше в прохождении, мама не горюй. Вижу тарелочку, не хочу ее сбивать. Опасно сейчас все. Блин, писец. Так, стрелять там некому. Откуда еще? Ой! Мужчина, ты чё так близко? Ну нет! Серьезно? Как меня грузят эти катапульты? Ладно, пофигу, погнали. Вообще жесть какая-то, если честно, просто жесть. Ой, народ, накиньте лайки, а, пожалуйста. Я вижу, что, ну, лайков меньше, чем у нас сейчас есть в остатке. Нам очень не хватает лайков для поднятия уровня. Ну вот, короче, окно заклинило. Ну как заклинило? Там, короче, железка одна прям выскочила. Мне пришлось, ну, подразобрал чуть-чуть. Это расклинил, короче, нормально. А вот с розеткой что делать, не знаю. Леон, нет! Да ты хорош, ну прям в табло Леону прилетело. Реально что-то игра нас, ну тяжело. Тяжело прям, ну, ничего не могу сказать. Я что-то, знаешь, когда мы начали только играть, я обрадовался, что ой, как легко. Все у меня предметы.
На месте. Да, прокачанные стволы. Вообще, типа, до фонаря мне, да? Я вообще, ну, ничто меня не убьет здесь, ничто меня не потревожит. Мне сложно. Да твою мать! Дела не ахти. Говно дела. То, что было таким элементарным при первом прохождении, сейчас кажется каким-то вообще лютым. Да пошли вы в жопу! Что вы делаете? Трава. Еще разок. Так, этих кладем. Ты выглядываешь или труп? Нет, уже все жмур. Как же вы меня затрахали, катапульты. Погиб, почему он не попадает? Иди твою налево, блин. А что? Неплохо. Че, подожди, а че? Предупредил. А, по поводу. Подожди. Супер. Да, нормуль, да? Нормуль, я придумал, чтобы патроны сэкономить. Я такой затейник, да. Что такое? Ты чё игра делал? Ты чё она решила? Просто решил в оконный режим идти. Да ты брось, ну. Сейчас, если какая-нибудь кахедла к нам захочет прийти, мне нечем ей ответить. Понимаешь? Я так понимаю, сокровище внизу, да, осталось? Да, ну вот прям внизу, надо спуститься. Погнали, спустимся. Хилок нет, вообще просто ужас. Где-то шестая. Где она? Надеюсь, на виду. Стопы. Где она? Где порох? Где порох? Не понял я что-то не понял, где порох. Да это же разве читерство? Даже багом не назовешь. Ну, ачивка тут есть, если ты вот этого чувака решишь с бомбы положить. Ой, с пушки. Но я ее получил при первом прохождении, поэтому уже как бы все. Опа. Уже не зря сходили сюда. Слушай, давай-ка я автомат в руки возьму. Нет хилок, и как бы не время экономить, когда нет патронов. Чё, хрен их изготовишь? Этот лежит... А, это прям половинки от него остались. Надо вниз спуститься. Тоже ничего. Сокровище внизу. Правильно? А тарелочка где? Не покажет игра? Да. Порох, где пушка? Ну пошли тогда туда. Стоп, и тарелочка еще. Еще одна тарелочка где-то должна быть. Почему она не показывает? Они же обычно показывают, где они. Наверное, нужно... Хотя нет, не на уровне с ней быть. Они вообще в целом заметны. Ну где? Если честно, я так обосрался, что все выключилось везде и мгновенно не включилось. То есть, если бы это были, знаешь, ну, условно, пробки в квартире, то это одно. А тут... ой, в смысле, просто, ну, знаешь, там, типа, обкл-выкл,
это, ну, все что угодно может быть, а здесь это прям основательно так выбило. Я поднапрягся. Хорошо, током не ударило еще никого. Видимо, тут где-то. Где порох-то? А, вот. Так, ну это материалы Б называется, ну какая разница, это порох. Порох А, порох Б. Вообще, откровенно говоря, вот эти шпинели мне не нужны. Да, потому что на что мне их, собственно, тратить? Там нет ничего полезного для меня от слова совсем, потому что то, что, ну вот, деньги я... Ну, вот всякие там рубины, да, можно будет купить с тем, что у меня есть. Это же какой-то челлендж. Не показывает, смотри. Обычно показывает. Может быть, к воротам давай поближе подойдем, посмотрим. Откуда-нибудь здесь. Их же, бляха-муха, заметно. Мне на самом деле не медальоны хочется увидеть, а задание. Тут есть, короче, такое задание, оно связано с покоями этого, со тронным залом Салазара, с его портретом. Я об этом рассказывал на первом стриме, на в прошлом, вчера. Я его не засрал, я не выполнил. Я ушел как-то дальше по сюжету и не сумел. Ну, там уже обратной дороги не было. А его хочется тут выполнить. Вот это вот с тарелочками. Такое себе. Ага, он показал. Игра сжалилась. Вон она. Вот как ее так увидишь? Вот как ее так увидишь, это же обалдеть. Хорошо, что показала. Вообще, вон были бочки, можно было эти катапульты поуничтожать, но что-то меня, не знаешь, как-то врасплох застали морально. А, то же самое в том же месте, ты потерял порох. Да, я и тогда порох потерял. Да он незаметный. Будем честны. Вот это место. Типа древнее, но... Так, вот таким макаром мы и дотопали до замка. Ну-ка, надо броник срочно снять. Ты молодец, друг. Я продаю много отличных там. Плевое дело. Удачи тебе, чужак. Вот смотри, обменять. Нечего покупать-то здесь. А, ну вот его бархатистый самоцвет ради денег. О, я знал, что ты это выберешь. А, его можно до Талова покупать? Пока не будем торопиться. Он стоит-то сколько? 2500? 2500. Подожди, сейчас. 40 на 2500 это сколько? Пригодятся тебе в гробу. Это 90 тысяч всего? Да? Правильно? А, это 100 тысяч. Нет, подожди, я как-то не правильно считаю. 40 умножить на 2500. Да, это 100 тысяч. Всего-то 100 тысяч. Не, это не серьезно. Ой, я переволновался. Могу тупить. Спасибо. Ну, не то, что переволновался так. По мертвой бабочке мне это не нужно. За десятку лечебный спрей тоже. И только там не убейся. Ага. Так, мы заходим в хранилище, мы берем... Два лечебных спрея, больше не буду брать. А, точно, они, видимо, да, все правильно, после поднятия записки показываются. Ну, с другой стороны, нашли все, кроме одной без подсказок уже, что, ну, хороший показатель. Так, карман, кстати, надо, ну, пускай будет. Давайте мы вот... Погоди. Что-то... А, я уж испугался, что вообще все сбилось.
Слушай, в натуре, смотри, все сбилось. А во, хардкор наше сохранение. Давайте, короче, на этом вот сейчас уже нормально закончим стрим. Нормально закончим запись, все, что все. Я постараюсь спасти первую часть, большую часть записи. И на этом все. Спасибо всем, кто был. Спасибо за ваши лайки. Я думаю, мы будем стримить все-таки выходные только, потому что в будни далеко не всем удобнее, выходные всем проще. И, наверное, ближе к вечеру выходные. Но я еще разберусь, подумаю. Анонс, как всегда, будет в телеге, в группе ВК. Да я везде его, короче, дам. Надеюсь, вы все в телеге есть, кто тут присутствует. Всем до встречи на роликах, на стримах, в комментариях, в телеге. Всем пока.